Народная мудрость. Если долго смотреть на звезды, не моргая, рано или поздно моргнешь. Да, Юлечка, небо у вас в деревне чудесное. В городе такого не увидишь. Вон, смотрите, в созвездии Тельца скопление звезд. Это созвездие Плеяды. По легенде, все звезды названы именами семи сестер. Алкиона, Келена, Майя, Еропа, Стеропа, Тайгета и Электра. А у меня вчера на тракторе третий клапан пробило. Масло как двануло. Все на ватник. Руки до сих пор в асле, вон, чуешь? Зевс специально превратил сестер в звезды, чтобы спрятать от охотника Ориона. Вон пояс Ориона, три звездочки. Ватник, главное, совсем новый был. Тут масло как двануло. Все на ватник вообще, весь в масле. Так и остался не пожрамши. Сначала Зевс превратил сестер в маленьких голубок. Масло как двануло. Прям фонтаном полило. Я весь в масле, вообще капец. Зевс был хоть и всемогущий бог. Юлечка, вам интересно? Да, интересно. А что такое ватник? Послушайте, что вы заладили про свой ватник там? Что, в лексиконе три слова, что ли? Масло клапана ватник? Клапан пробило. Масло двануло. На ватник пролило. Остался не пожрамши. Восемь слов. Ну а что вы их гоняете-то по кругу? Туда-сюда, надоели уже, честное слово. А что ты меня перебиваешь, ты не даешь дорассказать? Действительно, Максим, давайте дослушаем. Ладно, вещай, Садко. Короче, клапан у меня пробило. Вау, да это экшен. Масло как двануло. Блокбастер прямо. На ватник всю пролило вообще. Так, кульминация. Остался не пожрамши. Вау. Походу, мне трудодень не поставят. Неожиданная концовочка. Все? Все. Ой, смотрите, Юлечка, звезда упала. А давайте дождемся, когда упадет вторая, и вместе загадаем какое-нибудь желание. Новый товастник неизвестно, когда дадут. А если опять клапан пробьет? Масло как двойнет, опять на ватник все польет. Послушайте, хватит уже про ваш ватник, честное слово, надоели. Вам хватит про падающие звезды. Не какие-то не звезды, а метеорные потоки, остатки комет. Согласно теории Джованни Скипиарелли. А то, что ты девушке втираешь, обусловлено необходимостью перевода бессознательных желаний в символические формы. Об этом еще Фрейд писал. Обосновывая культуру сублимации эроса. Федя, ты капец умный. А что ты мне все про ватники да про клапана? Да хрен тебя знает, что тебя проймет. Начал с простейшего. С клапанов. Я что-то так и не поняла, что такое ватник. Юлечка, понимаете, в тракторе есть движок. В движке клапана. Mm-hmm. Если клапан пробьет, то может масло давануть. Mm-hmm. А если масло даванет, то и ватник весь зальешь нафиг вообще. Так и останешься не пожрамши. Ну, продолжайте, продолжайте. А он дальше не рассказывал? Тьфу ты. Ладно, давай про свои звезды. Угу. Хоть посплю. Че, может, пойдем самогону выпьем?
Сегодня все-таки день рождения Бродского. Ой. А что, про Фрейда еще расскажешь? А что там рассказывать? Там показывать надо.